добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом.21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Bataillon, vive la France!
Мадмуазель Шайон, рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон, 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Ah!
Ха-ха-ха!